Я рад вас приветствовать, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Давненько опять мы играли в Rayman Legends. Ой, боже мой, я уже заикаюсь. В Rayman Legends. И с вами Никита Коньков, канал NK. Мы продолжаем. Так. Веревочный курс мы прошли. Зыбучие пески тоже. И как пристрелить дракона. Именно вот эта вот миссия, которая нас будет ожидать. Не смогли мы сердце поймать. Ну что ж, сейчас мы приступим к этому нелегкому делу. Опять мы какое-то время не играли в Rayman. И я думаю, что этот уровень должен быть нелегким. Ну, по крайней мере, я так думаю. У нас сейчас будет помощник. Отлично. Ребят, не забывайте комментировать, потому что комментариев в последнее время не очень много, как хотелось бы, поэтому хочется, чтобы было побольше. Итак. Вот ты ж, смотри, а. А, вот так вот. Отлично. Есть. И поэтому комментариев хочется, чтобы побольше было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Черт. Боже мой. Похоже, я тут чуть не зафейлил. Поэтому не стесняйтесь. Комментируйте, и мы будем всегда рады новым друзьям на канале. Поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пропустил я монетку. Так. Есть. И. Нам, наверное, сюда, да? Да, Тувьянца надо спасти. Отлично. Есть. Вот так вот тебе. Хорошо. Так, и здесь у нас секретная комната, которую мы сейчас пройдем. Так. Отлично. Есть. Главное не зацепиться за эти штыки. Что сделать? Ну, я не скажу, что прям так непросто, но нелегко. Есть. Так, теперь давайте в другую сторону колесо повращаем. Отлично. И вообще, конечно же, что я могу сказать по поводу моей системы. Будем скоро обновлять систему, будем покупать что-то новое. И я думаю, что будут у меня выходные. Я наконец-таки позаписываю вдоволь, как я прям хочу. Есть. Вот она. Маленький синенький Тувьянсен у нас еще в копилке снова. Так. Отлично. Very wonderful. Так. Хорошо. Вот чё. Блин. Да, многие из ребят просят, о чёрт, да пройти мои старые прохождения, и, конечно же, они обязательно будут на канале. Как же не так? Конечно, будут. Но не могу обещать, как скоро. Ничего не могу сказать вам, ребят. Потому что много работы. Да. Реально много работы и. О, черт! Так, да? Боже мой, я чуть не зафейлил. Еще один Тувьянсен, но я могу сказать, что уровни усложняются, ребят. Реально стало очень сложно.
уважаемые друзья, очень сложно. И не забывайте подписываться на канал. Ну, ставить лайки, я бы сказал. Это, конечно же, по желанию вам. Может, просто видео не понравится. Ух ты, нифига себе, тут лава. Есть. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо. С первого раза у нас получилось закончить. А вот это вот безумно. Безумно сложно. А вот черт. Есть. У нас в кармане копилки еще один тувиянцен. О, нет. Досадно, что приходится все делать сначала. Потому что один раз прошел хорошо, ты смог поймать... Блин, надо было сверху на него прыгать. Смог словить вот этого маленького синего светлячка. А потом, получается... О, черт! Эх, ребята, ребята! Какой же сложный уровень! Реально очень сложно. Я прохожу на геймпаде, кто не знает, от PlayStation 3... Безумно сложно. Ай, да что ж ты будешь делать? Парни, ну собрались. Давайте покажем, на что мы способны. Так. Так. Не спешим. Не спешим. Давайте сейчас сосредоточимся. По крайней мере, постараемся сосредоточиться. Есть. Смотрите, даже золотую медаль мы смогли забрать. Вот черт. Так. А здесь что у нас? Ага, она будет убивать, да? Этот вот зеленый маленький летающий лягушонок, как его еще назвать. Он будет нам помогать. Ох, вот да. О, черт, я не успел спасти этого маленького тувиянца, она мне безумно. О, черт. Фух, получилось, боже мой, как же это сложно. Это все? Это конец миссии? Так, нет, тут, получается, нужно будет бежать. Так, он тут маслом у нас смазывает свою... Куда летающую тарелку, что ли? Побежали. Вот черт. Для выстрела... А, вот как, да? Так, это у нас получается первый босс, да? Вот так вот. Отлично. Готов. Давай быстрее, быстрее. Тут главное еще, ребят, не промахнуться. И, как вам так сказать, не упасть. Есть. О, боже мой. Вы только посмотрите, скорость-то возрастает. О, боже мой. С самого начала. Ну, это ужасно. Это Биг Босс, да. Так. Хорошо. Готово. Ну. Ай.
Нет же. Не может он почему-то в воздухе отталкиваться сразу же. Как вы помните, делал когда-то принц Персии. Так, ну... О, черт, как же это все быстро падает. Так. Блин. Да, ребят, но кто говорил, что будет легко, однозначно будет. Однозначно будет. Какие-то подводные камни, это нормально, это... Тут еще, понимаете, надо с управлением разобраться, я никак не могу привыкнуть к клавишам. Блин, куда я прыгнул? Куда же я прыгаю? Так, ну что ж, собрались. Собрались, да не собрались. Ну, это как в той скороговорке. Выловировать, да не выиграть, что-то там. В общем. Это какой-то ужас. Готов. У нас вот все неплохо получалось до какого-то момента. Так. Готов. Ай, блин, тут надо чуть-чуть скорости. Я до этого момента доходил. Как жалко. Так. Готов. И этот готов. Тут надо все же нам немножко скорости. Ух, обалдеть. Вот это да, вот это у нас получилось. Правда, не сразу, но все же прошли мы этот уровень, собрав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, да, 8 из 10. Никак не напоминают мне компанию Билайн, ребят, это, конечно же, не реклама, но очень напоминают, да, пчелок Тови Янсена в Мумитроллей, кто читал Мумитролль. Итак, у нас есть счастливый клевер. Лаки, знак удачи. Ну и чуть-чуть нам не достает опять до золотого кубка. Ну, я думаю, что это не страшно. Главное, что мы прошли уровень, посмотрели этот замечательный уровень и почувствовали все на себе. С вами был Никита Коньков, канал НК. Не забывайте подписываться, комментировать. Поздравляем, вы открыли мир. 20 тысяч люмов под водой. Малютки томятся там в неволе, ожидая вашей помощи. Ну, пока что мы это делать не будем. Так, или это был... какой-то секретный уровень, от которого лучше бы не отказываться, да? Ну, хорошо. Мы это узнаем, увидим. Всем до встречи и пока-пока.